В Скалинском районе на сумму более 2 миллиардов тенге реализуют 11 инвестиционных проектов. Это строительство жилого дома, подведение инженерных коммуникаций и ремонт подъездных дорог к селам. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал аким района Бауыржан Айтмагамбетов. В 2021 году началось строительство трехэтажного жилого дома в селе Таскала. Подведение инженерной инфраструктуры к нему завершится в текущем году. Начинается капитальный ремонт подъездных дорог к селам Актау, Барлик, Достык. На отчетной встрече с населением жители также попросили о ремонте 38 километров дороги к селу Оян. В текущем году была подготовлена проектно-сметная документация, определен подрядчик. Из областного бюджета выделено 78,6 миллионов тенге. Работа завершится в 2024 году. Кроме того, ведется корректировка проекта строительства культурно-оздоровительного центра в селе Мирей, а также подведение инфраструктуры к жилому массиву на 106 участках в северо-восточной части села Таскала. В очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство стоят 808 граждан. В этом году по очереди будут предоставлены 66 земельных участков с проведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой. А в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда зарегистрировано 458 человек. Ведущей отраслью в развитии экономики района является сельское хозяйство. За прошедший период текущего года посевная площадь по району составила 42 600 гектаров. Собрано 27 345 тонн урожая зерновых культур. Осенью засеяно 6 000 гектаров осенне-зерновых культур. План исполнен на 116%. Отмечается и рост поголовья скота. Крупного рогатого на 8,2%, коз и овец на 6,5%, лошадей на 2,2%, больше, чем в прошлом году. В настоящее время по программе субсидирования развития племенного животноводства для приобретения отечественного племенного крупного рогатого скота агроформированием района выделено 332 миллиона тенге субсидий. В районе функционирует 26 сельскохозяйственных производственных кооперативов с общей численностью членов 540 человек. В настоящее время по правилам субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, приобретены и субсидируются два кооператива. Количество субъектов малого и среднего бизнеса по району за 10 месяцев этого года составило 1111 единиц. В данной сфере занято 1980 человек. Произведено продукции, работ и услуг на 745,4 миллионов тенге. Государственные гранты выданы 19 многодетным семьям, 7 инвалидам, 22 представителям молодежи и другим категориям. 35,5 миллионов тенге полученных безвозмездных грантов направлены на животноводство и садоводство. В сфере малого и среднего бизнеса создано 828 новых рабочих мест, в том числе 364 постоянных. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.